Всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас с вами вторник, 281 лоскутный эфир. И тема нашего сегодняшнего разговора – это лоскутная дорожка в технике вокруг света. В ходе сегодняшнего эфира вы узнаете, зачем нужна лоскутная дорожка, насколько она многофункциональна, как быстро в течение 4 часов сшить такую дорожку, кому и как ее можно подарить. Ну и, конечно же, мы поговорим с вами о некоторых секретах цветового подбора. Итак, начинаем. Сейчас у меня в руках лоскутная дорожка. Размер ее, как вы видите, 120 на 60 сантиметров. 60 это вот точно, а 120 это примерно, поскольку зависит от ширины вот этой каймы. В русском варианте она называется лоскутная дорожка, ну а в английском варианте она называется runner, то есть как бы беговая дорожка, бегунок такой, да? А два варианта названия, это table runner и bed runner. Объясню почему. Table runner, что это такое? Это дорожка, которая стелится на стол, как правило, на праздничный стол, либо поверх белой скатерти, либо поверх, ну, в современных уже условиях, поверх просто полированного стола. Дальше все вот это удовольствие пришлепывают вазы с цветами или вазы с конфетами, ну, и вокруг ставят, соответственно, приборы. Обычно 4 или 6, и это как бы парадная дорожка на стол. Если вы откроете журналы по пэтчворку, то почти в каждом журнале, особенно в предрождественских, осенних, вы увидите, что вот все немецкие дамы рекомендуют шить вот такую дорожку, часто в красных или зеленых тонах под Новый год, для праздничного, так сказать, стола. А вариант второй, когда это не table runner, а bed runner, то есть дорожка на кровать. Ну, все мы, конечно, смотрим фильмы, все мы ездим в путешествия. Я думаю, что скоро снова начнем. И вы замечаете, что в отелях сейчас уже даже не в супердорогих, а 3 звезды и выше, в любых уже, это норма. Обычно двуспальную кровать большую застилают белым, белоснежным постельным бельем. Там подушки 50 на 70 или 70 на 70 и большой белоснежный пододеяльник. И вот чтобы постель выглядела окончательно застеленной, поверх этого пододеяльника, вот так поперек кровати, в ногах, кладут вот такую вот дорожку и в тон ей, такого же цвета, как она, на фоне больших белых подушек кладут несколько цветных подушек, примерно 40 на 40 сантиметров, и вот это служит украшением кровати. Каждый раз, когда я приезжаю в гостиницу, я все это снимаю, кладу в шкаф, ну а потом, когда мы выезжаем, все это снова красиво застилаю. Итак, вторая функция вот этой вот дорожки – bed runner. Но это далеко не все. Давайте, пока мы с вами от спальни и столовой далеко не отошли, да, скажем, вот если вы шьете вот такую салфетку в столовую, что вы можете сделать подкладкой? Если только в столовую и только вот поверх скатерти, вы можете подкладку сделать элементарную такую мохнатенькую фланелечку. Это самый дешевый вид подклада и для салфетки подойдет. Если вы шьете раннер на кровать, допустим, да, то очень хорошо, почти идеально зайдет вот такая термостежка на поликотоне. Вот она. Здесь, смотрите, такой вот пухлявенький слой германского хорошего синтепончика, как бы, да? Вот он. Вот мы подложили. Вот как здесь я сделала. Смотрите, простегали. И у нас все прекрасно. Этот раннер прекрасно заходит на кровать. Ну, давайте сейчас из спальни пока далеко уходить не будем. Это вот большая спальня с большой кроватью. Если у вас дома большая двуспальная кровать, там или у ваших детей большая двуспалка, вот раннер хорошая идея как бы. А куда еще в спальню? Ну, вот смотрите, вот на детскую кроватку, небольшую, это прекрасная покрывалка. То есть просто вот вы постелечку заправили и просто вот сверху вот эту накидушечку положили. Но рисуночек, конечно, может быть уже другой. Ну, например, такой, да, на вот эти вот края, такой, вот, что тут, боже мой, да, вот, вот, вот они, да. Что еще может быть? Да все что угодно. Вот цветной, смотрите, вот такой может быть рисунок детский, допустим, да. Может быть вот такой, если это девочка, к примеру, у вас. Может быть вот такой рисуночек, если это у вас начинающий, может, краснокожих
Или вот, допустим, хорошая индейская тема. Смотрите, какая интересная. Вот еще рисунки хорошие. Но это мальчишечки в основном рисунки. Девочки, конечно, зайдет вот такой рисуночек. Ну и подростки еще иногда любят вот птиц. Вот орлы, допустим, вообще прекрасный вариант. Это как бы маленькие покрывала на детскую кровать. Без свиса, просто которые закрывают поверхность кровати. Если мы пойдем в детскую совсем маленького ребенка, то мы здесь увидим еще очень-очень много функционала. Какого? Во-первых, если вот такой коврик, вот не дай бог у вас, вот у меня, допустим, ребенку 20 лет, но все равно это маленький ребенок, и стена его комнаты выходит на улицу, ну то есть это уличная стена, не внутри дома, а уличная стена, все равно она холоднее, чем все остальные стены. Я утеплила ему вот аналогичный коврик вот таким вот полиэстером. То есть это толстый слой полиэстера, очень теплый. И вот он прекрасно изолирует стену от ребенка или ребенка от стены. Ну, короче, он служит дополнительным утеплителем. Вариант следующий. То есть мы сейчас сказали накидушка на кровать как бы и настенный коврик. Если вы вот на базе вот этого поликартона, вот используя его как базу, как основу, ну вот как пирожное, сначала бисквит, а потом воздушный крем, да? Вот если вы используете вот этот поликартон как основу, вниз еще можно ткань, допустим, положить, и сверху кладете тинсулейт, теплый, можно в два слоя, вот так вот, то коврик в детскую на пол получается просто убойный. Он мягкий, теплый, функциональный и к тому же легко и спокойно стирается, как бы. Вот вам, пожалуйста, три, как минимум, варианта применения этого коврика в детской. Пожалуйста, лоскутная дорожка в технике вокруг света. Но это далеко не все. Потому что, немножко сменив тематику лоскутной дорожки или оставив ее примерно такой, там, допустим, цветочками, вы можете использовать ее где угодно. Как накидушку на кресло в гостиной. Ну, вот, знаете, такие длинные вот полосочки кладут на кресло, вот, пожалуйста, да, чтобы сиденье не просиживали и спину не продавливали, как бы. Накидушка на кресло, раз. Вариант, ну, в проеме как панно, это святое. Я вам сейчас покажу, как можно сделать хорошее панно. Секунду. Смотрите про панно. К задней части вот этой лоскутной дорожки мы пришиваем так называемый рукав. Ну, то есть, грубо говоря, такой карманчик, вот, видите, плоский такой вот, видите, да? И в этот карманчик мы вставляем палочку. Палочку из Леруа Мерлен, из любого другого хозяйственного магазина. Они есть деревянные, есть пластиковые, совершенно все равно. Я даже забиваю ее вот конец вот таким чопиком. Вот, видите? И теперь спокойно, что? Я вешаю вот это панно вот на такую вот палочку с веревочкой. Элементарно просто, и для этого нужен всего лишь один небольшой, что? Гвоздик, чтобы вот на этот гвоздик повесить. Итак, панно. Помимо этого, вот такую вот лоскутную дорожку, вы знаете, хорошо использовать в дачном доме, как занавеску. Дачные дома, как правило, одноэтажные, и часто очень окна выходят на улицу. И когда мы вечером там сидим, пьем чай, как бы не хочется, чтобы кто-то заглядывал в наши окна, вы просто спокойненько вешаете вот такую занавесочку. Ее можно тоже наматывать, но есть специальные приспособления, когда ты ее закручиваешь или просто отодвигаешь эту занавеску. И вам хорошо, и всем хорошо, и никто не смотрит вам окна. Ну и, конечно, на даче, дома это можно использовать для как бы закрывания каких-то ненужных вещей, для маскировки дверных проемов. Некоторые граждане, допустим, вот есть какая-то дверка там в стене. Ну вот, допустим, у меня есть лючок в ванной. Уже не пойду ванну показывать. Лючок, который открывается для того, чтобы там краны закрывать, открывать с горячей водой. Лючок так как-то не очень. И вот я поверх такого лючка повесила вот такую поножечку. Ну, только в морской тематике голубой. Отлично смотрится, отлично заходит, и никто не знает, что там лючок. Это как минимум, смотрите, сколько я вам назвала, Table Runner, Bed Runner, да, в детской настенный коврик, накидушка на кровать, покрывается маленькая, значит, напольный коврик. В столовой я вам назвала, ну, в столовой или в гостиной я вам назвала, значит, панно на стену.
панно для закрывания чего-то типа лючка, вот как в ванной, например, можно, значит, панно для окна, которое закрывает окно, панно для закрытия дверных проемов, это мы уже 10-9 с вами сочинили. Ну и 10-е, это лоджия, где мы можем с вами сделать коврик на лоджию. Потому что мы все любим, мы же по квартире ходим больше босиком или как-то там в носочках легоньких. И когда в холода мы выходим на лоджию, хочется наступать на что-то тепленькое, мягонькое, подогреваемый пол, ну, не во всех квартирах можно сделать, постелите туда коврик, и будет вам счастье. Итак, 10 применений вот этой небольшой лоскутной дорожки 120 на 60 сантиметров. Пока не забыла, в качестве подклада вы можете использовать же не только дорогой очень полиэстер или, скажем, ну, такую попроще термостежку. Есть еще, извиняюсь, у нас с вами, да, такой ресурс, как хозяйственный магазин с половыми тряпками. Для тейбл-раннера вы совершенно спокойно вот в два раза сложили, да, ее, как бы, вот так, простегали. И будет вам счастье, как бы. Ну, и уж совсем циничный вариант. Это хлопчатобумажная советская половая тряпка. Вот такого типа. Она вообще копейки стоит в магазинах. Вы положили сверху какой-нибудь ситечко или бязечку. Или можно лен положить, что будет лучше еще, допустим. И вот эту хлопчатобумажную подкладочку. Пожалуйста, коврик любой совершенно. Но вопрос еще вот в чем. А вы мне скажете, Лас, знаешь, у меня дома все уже завешено, я себе все нашила. Девушки, один очень интересный момент. А, вот смотрите, сейчас осень, да? Вот сейчас конец июля, уже начало августа. Как правило, вот с этого периода начинаются всяческие дни рождения, праздники, какие-то встречи родственников, может быть, там совместные поездки. Вот на осень, и уже там сентябрь, октябрь, уже ближе к Новому году, как бы, момент. Я вас учу шить лоскутное одеяло, да? Лоскутное одеяло – роскошный подарок. Я вам рассказывала, что можно этикетку пришить и все на свете. Но иногда роскошный подарок, ну, скажем, не самую ближнюю родню, там не вот детей, а кого-то, как бы. У нас же есть еще там мужья наших сестер, там жены наших братьев, там зятья, там и так далее, как бы. Есть какие-то еще там тетушки, там дальние родственницы. Как правило, конечно, одеяло – дорогой подарок, который долго делается. Но на самом деле можно ведь сделать совершенно клевую вещь. Вот представьте ситуацию, что вы вдруг внезапно узнаете, что к вам через неделю нагрянет проездом тетя из Саратова или приезжают какие-то родственники. Вам, конечно, хочется сшить подарок, но одеяло сшить вы уже точно не успеваете, как бы. Выход – лоскутная дорожка. Почему? На создание этой лоскутной дорожки вы затратите, ну, скажем, набор ткани погонным метражом 110 сантиметров. Такие наборы я наделала, как бы приходите в магазин, берите, стоят они 990 рублей. И вы затратите, ну, я по таймеру вот на создание вот этой вещи целиком вместе со стежкой затратила ровно 3,5 часа своего времени. Ну, вы скажете, Лад, ну, это круто, как бы, ты не пиши, что ты такая крутая. Хорошо, те, кто закончил нашу академию, потратят 4 часа. Те, кто как бы еще учится у нас, как-то заканчивает или берет курс по лоскутной дорожке, ну хорошо, они потратят пусть даже 8 часов. Но вы понимаете, что за один день вы создадите нормальный, полноценный подарок, причем очень хороший, качественный, как бы, для родных и близких. Это подарок не супер дорогой, то есть не вот не одеяло, как бы, он не заставит ваших родственников чувствовать себя неудобно. Но этот подарок они 100% выложат, потому что любая, как вы знаете, тетенька найдет, куда такую накидушку положить. Либо на стол, либо на кровать, либо на детскую кроватку. Ну и дальше все, что мы говорили, вот куда еще. То есть вот, пожалуйста, вам решение проблемы подарков, так сказать, в целости и совокупности. Мои хорошие, конечно, извиняюсь, что я говорю о таких циничных вещах, как деньги, когда мы говорим о подарках родственниках. Но вот буквально недавно у нас с вами был курс «Экономика лоскутного одеяла». И мы считали, что полноценное одеяло 180 на 200 обойдется примерно в 30-ку при хороших американских тканях. Вот давайте просто сейчас в лобовую посчитаем, сколько нам обойдется вот такой вот такая лоскутная дорожка в технике «Вокруг света». Смотрите,
Значит, по цене вот такой набор. Ну вот у меня, допустим, стоит 990 рублей. Плюс 4 часа вашего рабочего времени. Ну, то есть, если вы считаете 8 долго шьете, вы просто, ну, как бы считаетесь еще не совсем квалифицированной швеей, как бы я вам считаю по 4 часа. 4 часа по 500 рублей ставка, как бы. То есть, еще 2000 стоит ваш труд. 990 и 2000, ну, округляем, как бы, получается 3000 рублей. Ну, и плюс еще добавим вот сюда термостежечку, еще 200 рублей, допустим, да, как бы. И получается примерно 3050-3100. Это себестоимость вашего подарка вместе с трудом. Согласитесь, что цена достаточно приемлемая. Более того, помните, я вам говорила, что вот если вы еще продаете на рынке подобные вещи, ну или одеяло там, мы считаем еще расходы на сбыт и налоги. Ну, допустим, если считаем. Ну вот добавьте еще к 3100 рублей еще 310 рублей, допустим, 10% налога на сбыт. Получится примерно 3500. Ну и плюс, если вы платите все налоги, получится около 4000. То есть продажная цена вот такой дорожки примерно 4000 рублей. Честно скажу, если бы я вывешивала такую дорожку на ярмарку мастеров, это секрет, никому не говорите, я бы вывешивала ее по 4900. Почему? Потому что 5000 рублей – это купюра. Человек покупает быстро то, что купюра, как бы, 1000 рублей, ну, то, что до 1000 рублей, и то, что до 5000 рублей. Вот, в принципе, торгуя, скажем, такими дорожками, если вы же вдруг решите шить их на продажу, ну, 4900 это для, как бы, регионов, 4900 это для Москвы, совершенно нормальная, приемлемая цена. Но я вам ничего не говорила, Все, это наш секрет. Следующий вопрос, который вы мне зададите и который вертится у вас на устах, звучит так. Лада, как лоскутную дорожку такого очень приличного объема, 120 на 60, сшить за 4 часа? Ответ. На самом деле, вам легко ответит нынешние и уже прошедшие курс обучения лоскутного шитья ремесло ученицы Академии лоскутного шитья. Они вам скажут, смотрите, у нас есть с вами курс. Секунду, сейчас я его покажу вам. Ценная информация для тех, кто у нас учится в начальной школе. Вот сразу после начальной школы, буквально вторым уроком средней школы, у вас будет вот такая скоростная техника сборки по технологии «Вокруг света». С объяснениями всех-всех-всех деталей, всех ускоренных техник, всего-всего-всего. И вы легко, быстро, с удовольствием прямо научитесь шить вот такие вещи, ну, за 4-5 часов, вот так. Значит, для тех, кто хочет получить авторскую методику создания вот этой лоскутной дорожки, Ирина Юрьевна специально, то есть те, кто в начальной школе и в средней учится, могут просто купить наборы и вот эти наборы прямо вот по уроку Ирины Юрьевны чесать, делать. А для тех, кто хочет сразу и все нюансы именно по лоскутной дорожке, Ирина Юрьевна создала специальный авторский курс. Он состоит из 3 полноценных уроков. Как сшить вот такую конкретную лоскутную дорожку. Если вы считаете, что вы уже опытная лоскутница, уже как бы так что-то понимаете, вы можете просто взять этот авторский курс и шить по нему. Что хорошего в этом авторском курсе? Ну, во-первых, по 14 августа включительно на этот курс очень большая скидка, неприлично большая скидка. Он стоит 5000 рублей, потому что он авторский, сертифицирован российским авторским обществом, как бы. Но вы его сможете купить за 2900 рублей. Я считаю, что это даром, при том, что курс этот ведет Ирина Юрьевна Муханова. Второе, вы мне скажете, Лада, у нас сейчас борьба с урожаем, сбор урожая. Заготовки. Вот раньше октября мы вообще не люди, как бы. Какие проблемы? Вы берете этот курс, кладете его себе в загашник, грубо говоря. То есть он вам доступен в любое время. Вот вы, допустим, сейчас купили курс, сшили по нему одну лоскутную дорожку, а потом погрозились в маринование помидоров, огурцов и всего прочего. И очухались только в середине сентября. Вы этот курс можете пересматривать хоть 300 раз, хоть 400, хоть 2, хоть 3, хоть 5, сколько нужно, как бы. Вы его посмотрели,
как бы оживили его в себе. И спокойно делаете дальше. У вас там декабрь, Новый год, там все эти лоскутные дорожки. Вот перед тем, как шить эту лоскутную дорожку, честно вам признаюсь, я Ирина Юрьевна курс пересмотрела еще раз. Почему? Потому что есть масса нюансов, деталей, а дьявол прячется в мелочах, вы это знаете, которые нужно посмотреть, оживить, и тогда у вас эти лоскутные дорожки просто полетят. Ну и еще вопрос про ткани. Про ткани и где взять. Ну, как обычно, я для вас нарезала наборов, наготовила, вот в ближайшее время еще наготовлю, потому что народ активно интересуется этими наборами. Смотрите, вы сейчас просто проходите по ссылке, у нас там внизу специально подобраны вот эти вот наборчики, вот такие вот как бы, специально к ним приложен тенсулит и специально к ним приложены нитки. Вы берете, нажимаете и заказываете, сколько вам нужно таких наборов. Поставка Почты России, по Москве идет 2 дня, от Москвы до Питера 3, регионы, ну, максимум недели как бы. То есть, в принципе, вы можете быстро уже запастись. Вариант третий. Если вы говорите, слушай, что ты мне тут поришь? Я тут и так крутая, я шью все что угодно. В этом случае я все-таки советую купить курс Ирины Юрьевны, потому что там столько нюансов. Ну, неважно. Если вы супер-мега-крутые профессионалы, вы просто идете в магазин, берете набор вот таких вот американских тканей и шьете. Как я подбираю набор, я вам сейчас все расскажу. Вы хорошо понимаете, что поскольку методика авторская Ирины Юрьевны «Ускоренная техника» зарегистрирована, я не имею права вам ее показывать. Но как подбирать ткани, я вам сейчас покажу элементарно на нескольких нормальных примерах. Так, смотрите, лоскутная дорожка, которую я вам показывала, «Томный вечер». Вот у нас с вами кайма. Видно, да? И мы с вами первое, что делаем, мы внимательно разглядываем нашу кайму вот эту. Что в ней такого? Здесь фиолетовый, здесь фиолетово-розовый, здесь зеленый, здесь встречается коричневый и желтый. Ну, то есть тут полный, так сказать, полный бомонд. Вот только синего не хватает, как бы, и ярко-красного. Исходя из этого, мы с вами должны определить, какое цветовое сочетание мы можем применить в этой дорожке. По моему извращенному мнению, я беру книгу Итона с 16-сегментным цветовым кругом. Здесь мы с вами видим триаду. Вот этот фиолетовый. Это все тоже фиолетовый, только разбавленный белым. Мы с вами видим вот этот вот зеленый. Это все тот же зеленый, только в него добавлено немножко серого. И вот этот вот, что? Желто-оранжевый. Вот он. Видите? Вот он у нас желто-оранжевый. Хорошо, что тут еще вкрапление фиолетового. Вот в этой лоскутной дорожке мы с вами применяем триаду. Окантовку мы с вами делаем также фиолетовую. Вот она, видите, да? И в центр нашей композиции мы ставим квадрат другого цвета. Вот он, смотрите. Цвета каймы нашей как бы. Посмотрите, что мы сделали. Раз, два, три, четыре полосы от центра по ширине. Раз, два, три, четыре в другую сторону. Итого 4 плюс 4 плюс 1, 9 квадратиков. А здесь по длине у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 квадратиков. И к краю дорожки пришита еще вот эта вот цветная кайма. Вот у нас с вами триада. Цветовое решение триады как бы для вот такой вот цветной каймы «Томный вечер». Переходим к следующему варианту раскладки наборов. Однажды настанет тот день, когда вы встретитесь с каймой «Яркий цветник». И 98% из здесь присутствующих скажут: ой, хочу, 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 как же сделать дорожку в технике вокруг света вот к этой вот замечательной кайме. Объясняю сразу, здесь вы должны быть строги и беспристрастны, потому что здесь вам на помощь придет курс цветоведения, урок по родственно-контрастной гармонии. Чтобы не держать вас в неведении, вот мои рабочие версии как бы круга по контрастной гармонии. Вот здесь у нас сверху красный, внизу зеленый как бы, здесь синий, здесь желтый. Что мы с ним делаем? Простите, господи, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 сегментный, извините, соскочило как бы. Значит, смотрите, что мы здесь делаем? Какие основные цвета представлены вот здесь?
Здесь представлены фиолетовый, зеленый и розовый. Смотрите, вот фиолетовый, вот он. Давайте я буду ручкой показывать, так будет, нет, карандашиком простым, вот. Так будет, наверное, поудобнее. Вот фиолетовый, ему противостоит вот такой вот зеленый. Или вот у нас зеленый, видите, да? Ему противостоят, как бы, мы можем немножко тут распараллелить, как бы, вот эти цвета. А, вот этот зеленый, ему противостоит фиолетовый и красно-розовый. Именно так мы с вами подбираем цвета. Вот у нас зеленый, базовый цвет, видите, темно-зеленый. Но обратите внимание, с вкраплениями как раз розовато-красного. И вот у нас светло-зеленый, то есть это почти тот цвет, который вот у нас вот здесь, как бы. И к ним в компаньоны мы с вами подберем, что узнаете, да? Это розово-фиолетовый потемнее и розовый посветлее. Идеальное сочетание, дополненное каемочкой. Вот она, фиолетовая, как бы, да, у нас каемочка вот здесь будет. И центральным квадратом, конечно же, вот из этого цветника. Я уже ускоряюсь, хватит мучить вас всяческими вкусностями. Вот посмотрите, прекрасная кайма, которая называется тыквы. Роскошный осенний сюжет. Тыква – символ изобилия, семейного благополучия и прекраснейший оберег для дома. Скажите, пожалуйста, какие цвета здесь контрастируют? Ну, вы мне скажете на скидку, я знаю. Здесь красный и зеленый. И вот исходя из этой мысли, мы с вами подбираем здесь цвета, которые будут участвовать в лоскутной дорожке. Смотрите, вот зеленый, видите? Это светло-зеленый, да? Видите? А вот что? Темно-зеленый, глубокий зеленый цвет, вот он, допустим, который здесь задействован. Желтый. Роскошный. Таки роскошный золотисто-желтый цвет, вот цвета вот этих вот тыков. Видите? Вот он, как бы, да? Ну и, конечно же, мы здесь должны как-то проявить красный. Но лучше проявить здесь не красный, а красно-оранжевый. Вот он, посмотрите, красно-оранжевый цвет. Вот он, посмотрите, красно-оранжевый цвет. И вот эти цвета, 4 цвета, оранжевый, желто-оранжевый, зеленый и светло-зеленый, мы с вами задействуем. Конечно же, это контрастная гармония. Посмотрите, вот он, оранжевый, противостоящий что? Родственно-контрастная гармония. Оранжевый и зеленый. Вот он, сектор, который нам нужен. Оранжевый, желтый, желто-зеленый и зеленый. Вот он, родственно-контрастная гармония. Конечно же, надо заметить, что здесь идеально почти зайдет как окантовка. Окантовка, да? Краешек. Вот этот красно-коричневый цвет. Вот он, посмотрите, сейчас покажу вам. Вот он в листьях, посмотрите, вот он, вот он, вот он, вот он, вот как бы. Вот этот цвет, как окантовочка, зайдет у нас с вами прекрасно. Вы понимаете, предыдущий набор с тыквами, вот этот у нас, был, конечно же, для столовой преимущественно, да? Ну, а сейчас я вам покажу набор для детской. Смотрите, вот замечательная кайма с гномиками. И здесь мы видим по цвету, мы же сейчас цветовые сочетания определяем, эти противостояния красного и зеленого. Здесь задача наша простая. Давайте сейчас посмотрим. Итак, зеленый, да? Зеленый. Красный. Вот он, красный, да? Смотрите. Красный. Красный. Добавляем сюда что? Бежевого цвета деревяшек. Посмотрите, как хорошо заходит, да? И добавляем сюда белого. Но этот белый очень условно белый. Потому что он, что, содержит все те цвета, которые здесь есть у нас. Вот такой у нас с вами белый. И вот такая вот, как здесь вот, коричневая кайма. Наконец, конечно же, покажу вам комплект, который идеально зайдет для спальни. Посмотрите, вот у нас гармония в пределах одного сегмента цветового круга. Видите, между голубым и зеленым. И вот сейчас, глядя вот на этот рисунок, посмотрите, здесь у нас синь-лазурь называется этот комплект. Посмотрите, здесь у нас есть вот такой глубокий синий. Вот он, посмотрите, да? Вот он.
У нас здесь с вами есть вот эти пейслерсы, огурцы. Вот они у нас, посмотрите. Вот, это прямо родной им как бы цвет. Значит, у нас есть с вами вот такой неглубокий зеленовато-голубой. Он у нас представлен вот здесь, вот в этих расцветках. И у нас есть еще с вами, помимо неглубокого, глубокий. Вот они, листики, смотрите, вот они, видите? Вот они. Ну, назовем этот цвет изумрудный, условно говоря. Вот они. И у нас здесь есть с вами кайма темно-синяя. Вот она будет. Она синенькая такая, темненькая. Вот наш набор. Однотоновая гармония. Вот она, видите? Вот она здесь. На одеяло для спальни. Итак, о прекраснейшие мои дамы, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Ну, помимо того, что мы с вами сегодня как сороки рассматривали тряпочки, мы сделали следующие выводы и получили следующие знания. Первое. Мы знаем, что в экстренных случаях, когда до дня рождения там или какого-то семейного события осталось мало, мы уже знаем, что дарить и что зайдет хорошо. Лоскутная дорожка в технике рокок света, она же тейбл раннер, она же бет раннер, она же коврик в детскую, она же накидушка в детскую, она же коврик на пол в детскую, она же накидушка на кресло, она же панно, она же занавеска для дачи, она же панно в дверной проем. Как минимум. 10 мы версий с вами насчитали. Значит, теперь мы примерно знаем, то где взять как бы вот эту технологию. Те, кто у нас учится в нашем курсе «Ремесло», это 5-й модуль средней школы «Ускоренные техники сборки». Кто еще не учится, приходите к нам. Вы будете шить совершенно счастливо, легко, просто и с удовольствием. Но это совсем другая история. И тем не менее, приходите к нам. Значит, те, кто хочет этот курс, это авторский курс Ирины Юрьевны Мухановой во всех деталях и подробностях. Все точно и подробно. Курс резервируют прямо сейчас. Вот кнопка жмите там внизу. Ирины Юрьевны Мухановой. Он до 14 августа дешевый. С бешеной скидкой. Он стоит реально 5000 рублей у нас на платформе. Вы сейчас его покупаете за 2900, и он вам доступен бессрочно. Это значит, что если вы сейчас даже не можете его посмотреть из-за сбора урожая или борьбы с урожаем, вы смотрите его осенью, вы смотрите его через год, вы смотрите его сколько угодно количество раз и смотрите во всех деталях. Это важно. Значит, дальше. Что еще? Если все-таки вы ас-профессионал, супер-профи, вы просто можете купить набор ткани. Кнопка, опять же, там внизу. Покупайте, пока есть. Покупайте, пока есть хорошие ткани. Потому что ткани здесь действительно хорошие. Они устойчивы к износу, выгоранию, сносу. И мне эту дорожку вы можете стирать хоть 1000 раз, как бы. Поэтому вот хорошая покупка выгодная. Значит, что еще мы с вами разобрали из полезного, как бы? Мы с вами разобрали несколько видов гармоний. Если вы помните, первое, вот которое здесь, мы разбирали по кругу Итана. Одну секунду. Мы с вами разбирали круг Итана, и вот эта лоскутная дорожка была гармония триады. Красно-фиолетовый, синий-зеленый вот этот вот, и желто-оранжевый. Вот он. Вот то, что мы с вами разобрали. Значит, следующий момент. Помимо Итана, мы с вами разбирали еще несколько видов гармоний. Самая простая для спальни, вот эта вот, однотоновая гармония, вот это вот мы разбирали. Это плавное варьирование между синим и зеленовато-синим. Спокойная гамма, пригодная для спальни, для комнаты отдыха. Что мы с вами еще разбирали? Мы с вами разбирали гномиков. Здесь все просто, здесь гармония контрастная, красного и зеленого. Пригодно, ну, сами понимаете, для детской комнаты. Мы с вами разбирали тыквы. Роскошный совершенно набор. Роскошный просто набор, как бы. Здесь тоже гармония красного и зеленого, но здесь родственно-контрастная гармония. То есть немного красный в желтый и немного зеленый тоже в желтый, как бы, вот. Это вот. Здесь мы использовали вот такой цветовой, как вот красный немного в желтый и через три зеленый немного в желтый. Значит, и еще мы с вами разбирали наборчик, который называется «Цветник». Вот этот вот. Очень хороший, интересный набор. Подходит вообще куда угодно. Хоть в гостиную, накидушка для кресла, хоть панно, хоть что как бы. И здесь у нас фиолетовый и зеленый. Вот, собственно, все, что я хотела вам сказать. Значит, руководствуясь теми соображениями по цвету, которые мы вот тут с вами рассматривали, все вот эти цветовые круги,
вы можете самостоятельно по имеющейся у вас кайме подбирать ткани. Ну, если вдруг что-то не получается или надо все-таки учиться, добро пожаловать к нам в курс цветоведения. Такой курс у нас есть. Ну, и что я вам хочу еще сказать. Во-первых, шейте на здоровье и реализуйте ваши детские мечты, потому что мы все девочками мечтали играть с лоскуточками. И вот настало время, когда можно это сделать. Настойчиво овладевайте знаниями и получайте восторг и восхищение ваших родных и близких и славу лучшей рукодельницы в вашей семье. На этом у меня все. Всем удачного дня! С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем пока!